Вот ответьте мне на вопрос, друзья. Верите ли вы в чудеса? Вот я уже начинаю понемножечку верить, потому что объяснить произошедшее просто невозможно. Вот скажи мне в этот день, что я в каком-то бич-наборе поймаю лучшую карточку из промо за 8 миллионов, я бы сказал... Ты что, с ума сошел? Хотя история знает немало примеров, когда я в каких-то бич-наборах ловил крутые карточки. В прошлом году Тоти Рибери в пике 78+. Да, за примером далеко идти не надо. Ван Дейк в этом году за 3 миллиона в паке за 600 поинтов. Что? 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 Блин, я его еще тогда продал, так радовался этому. Теперь он стоит дороже на пару лямов. В общем-то, как вы понимаете, перед вами сидит, возможно, лакер года. Потому что объяснить то, что произошло, ну, практически невозможно. Потом еще проанализируем всю ситуацию и попытаемся понять, как мы к этому пришли. Обязательно поставьте лайк под этим видосом, откомментируйте как следует первые 200 комментариев, я лайкну. Ну и, собственно, всем желаю приятного просмотра, потом вернемся и еще немножечко поговорим. Ну и, конечно же, друзья, перед тем, как мы продолжим, хочется напомнить вам о моих спонсорах. Это компания Winline, ссылочку на мой Telegram вы найдете в описании, там переходите по закрепу и забирайте бонус от моих партнеров. А если вам нужны монетки, EFC, FIFA поинты, все, что душе угодно, мой сайт Panda Store также будет в описании. Говорят, тут какой-то забагованный пак за 55 тысяч. Говорят, здесь чудо-карточки падают. Открываем. Если забагованность в том, что тут выше 85-го рейтинга не падает, то да, он забагованный. Попытка номер 2. Отличный баг, 87 рейтинг. О, Гордон! 20 редких золотых игроков, 84 или выше, 1,86 или выше. Открываем. Опа, промик есть. Это герой, кумир, кто это? Это ПЗшник этот, блядь. Я по прическе его узнал. Спасибо, конечно, за промик. Тут всякого хлама много. Я вот эти вот 3,75 плюс собирал в количестве дохуя штук. Кто-нибудь собрал Диаса, пацаны? Вот так вот вместо варана поставить, и сыгранность 33 будет. Я вот сейчас насчет Рубена думаю. Опа, 2,87 или выше. Чувствую. О! Это кто? Это какая-то девочка. 87 плюс, форвард. Кто это? Что это за карта, пацаны? Ашаола, Ахилола, как ее там зовут? Это карточка. Мартинес и... Блин, фига у него прическа? 87 рейтинг. А че ее так мало на рынке? Нифига. Я как будто рынок на ПК открыл. 95 сила, рост 1,69 м. Это что, блядь, вы че, ебанутые? То есть, посмотрите, на этот шкаф 90 сила. А это 95. Бля, как эти карты убрать, блядь? Футбин, удали эти карты, но они не актуальны, их нет в игре, удалите их нахуй. Мне бесит, что я каждый раз туда захожу, эти карты золотого меча тут въебало светят, блять. О! Это что? Это кто-то новый. ЦП. Франция. Лига 1. Это, кстати, пак 3,75+. Вот тут и спешлка вышла. Кокурет вышел. О! Еще одно промо, ребята. Еще одно промо. 3,83. Форвард. Колумбия. Вот, это как раз-таки тот пул игроков, который будет падать абсолютно всем. Запата. Стоит нихуя. И пожор. Кстати, хороший пак 3,83. На прошлой трансляции зашел чел, блядь. Мембаппе упал в предпросмотр. Сегодня заходит чел, мне в предпросмотре упал Далглиш. Где такие предпросмотры? Так, набор РТТК Тотальный Раш. В Валте упало. 35,75. О, промах. Смотрим. Кто идет? ЦП. Сербия, это Милинкович Савич, если я не ошибаюсь. Ну, слушайте, статы у него прикольные, на самом деле. Все 80+. О, сразу же промик, пацаны. Сразу же промик, ЦП. Франция. Бля, ну все, короче, пошел спам самых дешевых игроков. Криштиану Рунальду упал, пацаны. Как и... Блядь, да обновите ему фотку, ну сколько можно. Какая, блядь, стрёмная фотка с фингалом, блядь. Подписчики заскамили меня на пак с героем. Ну вот смотрите, я вот это сейчас открываю. И нихуя не поймаю, интересно. Вот смотрите. Я вам показываю один раз, пацаны. ЦП, Испания, Ла Лига, Гути. Зачем мне Гути? Вот нахера мне Гути? Вот ответьте на вопрос. Нахера он мне нужен, блядь? Вот нахера? Вы меня забайтили на это говно, блядь. Так, открываем за 250 тысяч. И что же нам выпадет? Промик есть, с ума сойти. Смотрим, ЦП. Милинкович Савич опять, да сколько можно? И за ним выходит легендарный Запата. Опять
На старт, внимание, раш. Еще один пак за 225 тысяч монет. Открываем, промика нет. Тут мы сразу же расстраиваемся. Выходит девочка. Это Кер. Кер, кстати, я не так часто вижу. Возможно, он мне второй раз падает только. И Бернардо Сильва. Ну, рейтинга у меня достаточно на ближайшую сборочку кумира. Так, ну и последний. Последний пак, пацаны. 250. Давайте опять по плашечке попробуем угадать. Опа, опа. Опа, Месси, Бернардо Сильва, Рубен Диас, Де Брюйне. Еще и Запата. Посмотрите, это все дубликаты, пацаны. Почти фулл пак дубликатов. С ума сойти, пацаны. Ну и вот, я тут вроде как хотел закончить стрим, и что-то мне в голову щелкнуло внезапно собрать еще пакетиков 75x3. Не знаю, сколько я паков соберу. Штучек 10, наверное, постараюсь наскрепсти. Бля, какая срань, конечно, дается. За 100 собранных паков 5.78, 2.78, 3.8. Что это такое? Они вообще нас не уважают, что ли? О! Выпал! Ничего себе! Пак 75x3. Бля, этот Запата мне уже 50-й раз уже падает. Как ты меня настоебенил, бля? Ну и вот тут, друзья, произошла легендарочка. Последний пак на трансляции 3.75+. Так, ну и последний, наверное. О! Это кто-то новый. Это кто-то волосатый. Кто? ФРВ. Франция, а кто там? Лига 1. Я вообще хз, какой-то бомжарый, видимо. Что? Что? Что, блядь? Что, блядь? Что нахуй, блядь? Ребята, 75 плюс 3 игрока. Чего? Вы ебанутые? Вы что за дроп мне даете, блять? Блять! Как это? Ой, блять, ребята! Ну это пиздец! Я, блять, только сегодня, знаете, о чем думал, блять? Я только сегодня думал о том, что мне женоля из какого-то промо, блять, в прошлом году падал красный, в каком-то бич-пике, если вы помните, блять. 85 плюс какой-то тоже всратый. Я еще смотрю, Франция, Лига 1, какой-то бомжара. Сколько? 8 миллионов монет. У меня нет слов, блять. Точнее, есть какие-то слова, но как это адекватно? Как это вообще адекватно? Это вообще адекватно, блять? Ты поймал одним паком больше, чем я сначала это фифы за все паки. Я еще весь стрим сижу, блядь, хуешошу эти паки, блядь, 75+. Думаю, что за дерьмо тут падает? Ну вот какова вероятность, блядь? Вот какова вероятность? Вот просто вдумайтесь в процентном соотношении. Если вот сопоставить все звезды, вытащить лучшую карточку в промо на данный момент. В паке 75x3. Какой шанс? 0-0-0-0-0-1, блядь. На секундочку, дороже женоля в этой игре исключительно Роналду Зубастик и Мия Хэм. Передаю, кстати, огромный привет Роме Кардану. Я почти тебя догнал. Опять же, друзья, анализируя произошедшее, ну вы просто вдумайтесь, я на протяжении всей трансляции сидел и херососил эти паки 75x3. Реально, я говорил, зачем я их собрал, нахера я это сделал. И вот стрим, казалось бы, уже подходит к концу. Я беру, собираю 10, ну, может, 12 таких наборов 75x3. И в последнем, ребята, в последнем паке я ловлю самую дорогую карточку из промо и в целом топ-3 карту в UFC 25. Как это возможно? Ну вот, опять же, эффект бабочки, всякие там микродвижения, которые приводят вас к грандиозному успеху, и все это неспроста. То есть, так игра была запрограммирована, хотел бы я сказать, но тут хрен его знает. Вы верите в судьбу? Вы верите в то, что мне было предначертано уже этим днем поймать женоля? Помните, мне падал зеленый женоля, вроде в 22-й, либо в 23-й, точно уже не помню. Ебать! Женоля! Вот так вот на голову мне свалился женоля. 7 миллионов. Практически самая дорогая карточка FIFA. Дороже него только 99-й Криштиану Роналду. Мне падал красный женоля. Тоже в каком-то бич-паке. Можно сказать, повезло. Что?
Что? Ну и вот мне снова падает журналя из промика. Я не знаю, может быть, у меня какая-то невероятная аура и подкрутка на эту карточку. Как можно объяснить происходящее? Ну как бы там ни было, в этой части, друзья, я два раза ловил лучших челов из своего промо. Ван Дейк, ЛЧ, лучшая карточка из промо. И Женоля, лучший герой из текущего промо. Поэтому я лакер года. Поздравьте меня. А если вы захотите геймплей за Женоля, 6000 лайков. И, ну, на днях выпущу геймплейчик за Женоля и расскажу, чё почём, куда, во сколько. Небольшой спойлер. В прошлом году мне также падал Женоля, и у меня была серия роликов, где я негодовал от того, насколько он деревянный и неуклюжий. Поэтому, если вам интересно, 6000 лукасов и геймплей за Женоля будет на моем канале. А вы напишите в комментариях, как такое вообще получается. Ну, типа, это какая-то невероятная удача, невероятное стечение обстоятельств, предначертано судьбой. Потому что я действительно иногда так задумываешься, из каких паков мне падают такие карточки. И вот, кстати, ответ хороший на популярный вопрос. А какой пак открыть? А в какое время? А где лучше падает? Вот, я яркий пример того, что даже в самом конченном, блядь, паке тебе может упасть, блядь, лучшая карточка промо. 75x3, вы еще раз вдумайтесь. 78 пик в прошлом году Рибери. То есть мне вообще из каких-то говнопаков постоянно какие-то топчики падают. Поэтому думайте.